больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Давай тебе бить трэш на Синдре уже. Это один на ману. Звезду играем. Снова череп. Быстрее в череп играем. Там мы сагрили второй трэш. Жоп теперь. Да, паладин, у вас есть какой-то инстинкт самосохранения? Кильте, маны нету. Ромер, давай гадим. Павел, точнее. Кстати, мы, бля, охуенно справимся без вас. Ты бейте взрывом, пожалуйста. Я просто тебя спас, блядь, ты просто был на грани, блядь. Да-да. Зачем ты забираешь? Он охотница. Блядь, ты лучше по охотнице забрал. Она хуёво ходит. Я ты должен сдох. Ретрики есть, коли палы? Идет. Его там чинили сегодня. Нормально. Ну я видел, да, в обновлениях что-то было там с этим ивентом. Чинили, как всегда, через жопу, да? Он трэшем агрится сейчас, нет? Ну, а вы урон.
Надо с крови трэш вести. Че, все, забагали? С крови трэш вести? Это откуда такая мысль была? Это я придумал. Да, я не думаю, что поможет. Не, если там уешит что-то, если раньше уешивал, он не запускался. Ладно, давайте, выходим все с инста. Я обновляю инст, ждем минут 5-10, я захожу, смотрю, разбагался он или нет. Так а где он вообще, сам Крок? Вначале стоит. Ухода вначале стоит, да. Туда надо же, как и раньше, надо, чтобы он сам шел, а не танки впереди. Да, потому что трэш сагрили. Там агрят, трэш похуй, ломятся все туда, блять. Ох, нет, блять. Вот на X5 удобно. Там, как этот, пока Крок запускается, там уже Вальку убивают. Это как? Ну так, ДПС такой, манекены. Какой там на турке ДПС? 25 геря. 1450 небось? Ну да, где-то так. Значит, там маги хуярит по 24. Там много кто по 24 дает. Там элимы дамажат, энхи дамажат, дестрики дамажат. Там все дамажат. Хочу поиграть туда. Кровная, блядь, средством доверия. Там мне интересно. Иду покурю, пока тут такая хрень. Ваня, я тебя кикну. Зачем? Я ж вышел. Я не тебе, а другому. Бля, Гофра какой-то. Это этот Гофра модератор, да? В чате пишет. Он разве модератор? Наверное. Да, ну, да. Если мах туда. Да он только умеет, что на черепахе сидеть в агримаре. Да, блин, предложил мне в Дискорд написать ГМ. Как оскорблять не его в чате, так это оскорбление администрации. Как написать там, разбагать что-то, то пишите в Дискорд ГМ непосредственно. Для донец нечем, что ли. Капец, сейчас 10, прошли с пула ребра и убили трэш на вальке. Сука, час 10. Ну, зато в эску быстрее пойдем. Не считай это время просто. Считай минус там 5 минут уже.
Не, ну, а, подожди, это же вот это 10 минут надо было ждать, это если... О, Крок что-то говорит уже. А, нет, просто стоит и говорит. Крок начал говорить, это что-то поможет или нет? Не, просто стоит. О, Крок побежал назад. Да ну давайте все в инст. Сестра с Фауна начала говорить. Погнали в инст. Да, да. Пу, слава Иисусу. Разбагалась, блядь. Magic Story, ты тут? Да. Сейчас давай. Кто-то из этих танков. Зайдите быстрее. Разбагалась. Сейчас я кофеек залю, приду. Давайте все вынес быстрее. Там дух стая включай. Так, или... Стоп, погоди. Он опять забагался? О боже. И... Ай, блядь. Так. Ну вот, это уже... А ну попробуй, да. Иди пуляй, что еще делать надо? Разбагалась? Ну? Разбагалась, нет? Заходи. Иди трэш к Кроку, может. Хера. А не, Крок начал бить, да? Танки вот тут. А, танков нихера нет, пизда нам. Я не могу вообще в зону войти, у меня бой идет. Ну давайте умрем, может опять разбагиться. Ну давай. Отдаем тогда. Ой, 5 минут в пустоту. 5 минут из жизни, да? Так, Крок умер и теперь стоит там, где стоял раньше. Еще раз. Может, они его сломали после обнова? А когда обнова была? Сегодня. Ну, сегодня. Ну, походу. Значит, сегодня сломали. Что ж, сработало. Осознаю того, как у нас 25 игр ходит, у Майнер на первое. Наверное, меня сейчас забанят. Получает ли навсегда. Сейчас я не выдержу просто. Так, Крок опять говорит что-то. Нажите пинки, соратники. Так,
кто-то в чате написал, что типа надо, не надо было вперед не выйти. А, хорошо, давай просто подождем. Не идите вперед него. Возможно, в этом была проблема. А если нет, то надо дисконнект ждать. Никто ждать не будет его. Зашли обратно все. Так, свал на копье кинула. О, стоять. Наука стоит. Так, ну она реснула. Нормально, да. Спускается. Слава Иисусу во веки веков, аминь. Бейте Вальку. Подходите, Альдеран, воет. Сумонете там. Значит, даю рост, заливаем. Чем рост? Ну, пока они эти все придут, да придут, просто откатится. И не хочется, чтобы она кидала этот щит свой дурацкий 500 лет, чтобы мы били потом. Так, спокойно. Ура! Нас еще, по идее, на личе сюрприз ждет. Спасибо обнове. 12 минут. А что на личе? Шарковище. Кто с ними, расскажи. Мы, по идее, должны были урон повысить. Ой. То есть это надо волну исцеления хилить протопало, понятно? Нет, там надо будет диспелить исступление. Без диспела это будет ваншот. Ну, по идее, как должно быть. Посмотрим. Интересно. Как оно будет. Знаю, на сервер они там с одной тычки будут ложить даже без берсы. Спекайте хилов. Ставьте рыбу. Димошка, у тебя есть символ на сокращение времени стана? Массу. Бежаешь. Кушайте рыбу. Ставьте шкаф. Ну ладно, давайте не будем читать эти 13 минут. Вот, принимай сумму, Magic Story. Так, два хила. Два раста шамана были, да? Magic Story ставим на рейде. Ваша мана на боссе. Крест по ханту. Пару льда поставьте. Все, танки, погнали. Один ретрик, заходи в портал, ставь ауру воина света, будешь с нами летать. Давай, это Фьера будет. Куда это будет? Да, вместо 21 ляма мы нахилили только 18,9.
Ларим, ты зайдешь в портал? Чувствую, буду расходить на этом боссе. Ларим, ты тут? О, охуенно чё. Ретрик не зашел. Шаман не зашел. До скончания года хилит. Давление сливайте. Сзади вальки будем собираться. Кларион, давай хили лучше. А то мы тут до берсы можем довести это все. Закиньте Инер, пожалуйста, Magic Story. Зема, давай гимна маны. Сзади вальки будем собираться. Ребята, бейте подавление. Вальдеран, давай пухнастика подымай. Все, сейчас будем собирать поменьше стаков. У меня уже 23. В центре будем собираться. Парень, дружище, ты опять просрал портал? Что-что? Ты где? Почему ты в портал не заходишь? А. У меня отжали перед носом. Я вообще тут зашла толпой вали. Ну круто, чё. Короче, я не знаю, я уже второй раз по мане сел. Ребята, блядь, давайте что-то делайте там. Ромерка, давай гимноману. Еще немного. Держи тотем. Меня слышно? Ваня, иди нахуй. Чего, бля? Ваня, иди нахуй. Ваня какой-то. Сам иди нахуй. Это не Ваня, это Олег. Ваня, ты не пу... Давайте, Ваня, последний портал. Ваня. Я даю рост потом. А не, 2 минуты КД. Давайте, держитесь. Меня захильте. Гимн отхил, спойте там. Пухнастик подымай only time. У меня 34 стака. Хильте меня. Подавление слейте.
Давайте, держитесь сейчас 30 секунд. О, забери моба. Мы с трэшем не справляемся уже. Сейчас, сейчас еще одну секунду. 15 секунд ждите. Я упал. Поднимайте теркозу к ОСБ. Дайте гимн-то на хп. Все, захиливаю. Блять, сука, хильте меня, умру сейчас. Тупо меня хильте. Меня просто подкинуло. Подавление сливайте, все подавление играем. Давайте, все песты гимна отхил. Все, я отхил по мане, нет маны. Все писал уже. Ай, блядь. Сука. Что это за хуйня, Плариум? Сука, я ебу, бля. Жесть. Ну это, бля, я бы удалил Вов на его месте, бля. Ну его нахуй. Зайти можно хила? Да по-любому надо. Тут у него первый раз он то ли АФК ушел, то ли еще там стоял. А потом он говорит, у него из-под носа портал забрали. Ну, я не знаю. Ну... Или может ли мошку в хэпала воида в танка? Да. Нет хэпала. Давай. У меня только ретрик. Ретрик и протик. Вчера же хэпал был. Ну, кто может зайти? Говорил, что у меня был хэпал. Не жижа лежа. Зайти может Эршамон. Кто может зайти еще на хилу? Я могу зайти Эршамон. У меня вроде что-то без хода есть. Заходите все, Селфиш Мурон, Ваня, этот, Энни Прист. Тупо сейчас потратили 8 миль в никуда. Да, после ванны что-то пошло не так. Это было и ставить сразу заходить в портал. Не, у меня КД. Вставай, Хант. Дай пати. Да как то... Ты ставишь, что ли, одна хили дури? Оставайся на ДСО уже, тут три хила зашло. Ты ставишь, и похилишь рейд. Понимаете, тыкайте на сумку. Ну, тыкните на портал. Поднимайте Magic Story. Не, не заходи уже. Ваня, ты зайдешь?
Да, я гружусь уже. Замените, пожалуйста. Фулл баф по рейду. Дарь, минутку, в дверь стучал, сука. Ладно, я стою, похилишь пока одна, он придет, поможет. Танки, погнали. Крест раздай, лимошка. Там минеры, Magic Story позаливайте. Жесть, сейчас уже 19.9. Давайте налево. Слева будем собирать порталы. Так, в центре будем собираться. Справа подавление. Справа. Так, последний портал, верно? Угу. Давайте слева. Ларри, мы дивим, там еще один портал есть. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Давайте слева собираем. Ай, прилетел один портал, ничего страшного. Дохиливаем так. Может, идем на хп спить. Подавление справа. Кому хилом остаться? Да мы захилим так, я думаю. Тиром захилим. Ой, если никому не надо, на поле пал эти ножки, можешь дать? Может, деморонайзера. Деморонайзер, хочешь, оставайся. Да не, я рогай. Ничего не слышу, что ты говоришь. Ты уходишь из игры? Нет, сбиваешь? Я говорю, пойду. Куда?
На какой сервер? На сервер. Перезаходите. Ставим шкаф, сумоним. Я, кстати, здесь могу самому зайти, если надо. А, оставайся на ЗС. Все нормально. Блин, не знаю, 4 хила. Он уже захилит. На ретру ДЦ нормальный. Ну и сиди стакать. Если все метки под боссов, то нормально будет. Так, Нео, притянешь там трэш у Синдры с помощью пета. Оф, давайте паролим. Это надо кому-то? Ну, этот хлам вряд ли кому-то надо. Кольцо на шипы Лока. Шкафчик поставь. Да, вижу. Давай трейд, когда дам кольцо. На оф спек Холи Пристер Дру. Ты на оф ролишь, верно? Все, я отойду на пару минут. Вот каждый сам за себя стоит.
слишком далеко. Нужно... Олег, вставай. Сейчас встану. Две минуты еще ждите. Хотя давай и ресни еще раз. У меня сбился раз, не могу встать. Сейчас пока повесь на эстай. Нитирает весь, сейчас приду. И рыбку поставьте, пожалуйста. Можете на пару минут отойти пока, на две минуты. Чтобы на лече уже не отходили. Так, чек. Neo, Romerka, Sonic, Magic Story. Экзема. Америка, Соник,
Экзема, норка. Нео. Нео. Ромерка, Нео, подходите быстрее. МП-5 по Ханту дай. Ромерка, ты тут? Все, запускаем босса. Крест по магам еще, лимошка, ты ничего сейчас не делаешь, раздай. Три хила, освобожденка. Хилим по два каста. Убежали. Так, метки вперед, дистанцию держим. До 250 тысяч без дот. По центру падает, спрятать. Крайний слева, крайний справа бьем. Там же падает. Слева 430 тысяч, 450 тысяч подбили. Там же падает. Оббежали, сзади падает, оббежали все быстрее. Фуловые, фуловый склеп быстрее. Играем в звезду, все в звезду играем. Все, отлично. Три хила, освобожденка. По одному стаку хилы. Скуху можно кастануть. Набирайте обморожение. Бабл прожми Фьера. Вы не понимаете, что у нас 4 хила в рейде и 3 с освобожденкой. Ромерка. Так, экзема, давай гимноману быстрее, пока метки нет. Никто не уцелеет. Давайте, спрятались слевее. По центру падает. Метку справа 300 тысяч. Левее там же падает. Там же падает. Метки слева 260 тысяч. Сливайте вот эти метки. Сейчас начнется вторая фаза.
все метки под боссом носим, абсолютно все. По прямой линии, плевать на миликов, это их проблема, получат ГП. Фаза пошла. Экзема под босса, тучку прожимай. Мелики спрятались в РДД зоне. Сливайте метку. Следующий под босса. Фьера под босса. Щиток на себя, хилку. Буду я один, буду хилить танков на мече. Следующий под босса. Вот под босса. Сливайте метку. Под босса питки на антимагию. Незыблемость прожили, милики отошли. Слили метку. Ромерка бьем на ману. Дигли под босса, милики отошли. Слили метку. Следующий тоже под босса. Так, Magic Story под босса. Все хилы, освобожденка. Сакру жми, метку не бить, притяжка будет, метку не бить. Гимн на хп даем, у кого нету кд. Следующий под босса. Я не приз под босса. Я не приз под босса, глыбу еще прожми. Я выношу стаки. О, повезло. Следующий под босса. На его под босса. Слили метку. В сторону следующую надо. Танка в хильке. Может, а, выносила. Как выносила освобожденку шестую. Красиво. Зло еще просто. Идем сюда еще. Есть у кого-то абсорб с ХПСом, блядь? Так, часы на офф. Полипристер, дру. На синдре хули пристер улет. Да, у меня 7 магий было, бля, вольт. Коритель. Посмотрим, что там с ширкачами. Потом отдам. А здесь еще токен на защитника висит, и токен... один токен остался. Парим, хиль, пожалуйста, волну исцеления, протопала и БТК. Ханту. Первая фаза особенно. Ханту, наверное, исцеление, макрос снимать надо. Вераво получал? Нет. Получал уже печеньку? Нет. Ну, в идеале просто, чтобы протопал одного контролировал, а хан другого. То есть одного встанет, а хан с другого снимает наступление. Хорошо, это решается очень просто. Метку, да, что ли? Просто кидается метка на шар коря, и все. Если она не спадет, конечно. Так. Просто хан не может с собой их снимать, только с одного. Там 10 секунд КД. Лимошка, будешь станить кружок, хан ромбик. Даем бафы все, так, что там по станам? Кружок, селфиш, марон, трусы, лимошка, ромбик, пухнастик. Все остальные станы по команде, чек на пул. Так, стой, диспелю я так понял, да? Ну, я диспелю, ну ладно, давайте ты теперь диспель, ладно. Ах, понял, бывает. Так, я запускаю.
Только ты, если там какой-то затупок стоит, ты все равно его диспелишь. Ну, хорошо. Зашарю. Кто заливает лужи и рейд, не ролит с этого босса ничего. Так. Сейчас посмотрим, как шарк вообще бьет. Мне тоже интересно. Давай спросим в чате, пока кто убивал лича. У нас верно обнови. Я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты величайший служитель света. Дима, убивали уже лича. Так, шартер, милики, ловушка, перебежали. Немножко твой кружок. Стали звезду, чума. Чума 3 секунды. Мелимошка. Перебежали РДД в звездочку. Хан помогает снимать вступление на кружке, пока ромбика нет. Дальше будешь на ромбе сидеть. Перебежали РДД. Стали в звездочку, чума 3 секунды. 2, 1. Селфи шмарон. Ловушка 3 секунды. Инры, звездочки заливаем. РДД перебежали в звездочку. Череп. Кстати, инры назначал мне кому заливать? Не, заливай. Наступление на шаркре снимай. Второй шарк еще скоро смотрим. Ловушка 1 секунда. РДД перебежали. Хант, твой ромб. Чума, 1 секунда. Я не приставил, носи. Испал. Выступление на шаркаре снять. Зубы. Милики, ловушка. Кидай зубы на лимошку. Встали в звездочку. Соник, каплю на протопала. Падаем. Да, шаркающих починили. Не, это недостаточно. Он под иступлением, ну, не, даже не буду ревность. Умер БДК, не протопал. Не-не, там протопал словил плюху под иступлением, но не умер. И ревностно не пропал. Прикинь. Ну я там БЗ нажал, короче. Это под БЗ было? Да-да-да, это под БЗ было, конечно. Так, да, норм. Ой, дай баб, блядь, о. Ты там понял, нормально прилетело. Жал БЗ и через 5 секунд попросил зубы. Кто может зайти на рестер шамана похилить вместо Плариума? Не справляется с задачей, поставленной мной. Не, вы вообще были в меня или нет? Ну, у меня 140, сколько это было? Олег, я могу зайти шаманом, и можно вообще в 3 хила похилить, типа, взять еще одного ДД просто. Лес, ты что стоишь-то? Просто судя по рекаунту, меня там только что похилил. Какой ж, посмотри, я тебе зубы закину, я тебе все четко сделал там. А, слышишь, Олег, да. У меня шаман с КД, давай на шаману забивай. Выходи. Ну, у Плариума 0 волн... А, ну ладно, 45. Да, у тебя тоже. Но у меня 140... Не, у Олега 6 волн, 146к. Так, я не знаю. Сказал хилить волной танка. Не хилить танк.
Ларин, ты в РК? Да, я тебя слушаю. Ну чё ты не хил танка? Ну, цепуху. Что за я всех хилю? Цепуху подставишь. Что? Бля, мы можем в три хила пойти, если я не буду релить, я все сам захилю. Но я релю, я не успеваю все вот это дерьмо захиливать, смотреть за всеми. Немножко так. Ладно, давай, Даня, заходи на сову обратно, последний шанс. Проблема волну пока вставать в танк, это так сложно. Тут ДЦ абсорбит всю эту хуйню заражаемость. Может, Даня поэрелит? Тебе тогда легче хилить будет. Я не эрелил никогда еще. Что улетел, надо быть перелогнуться. Али, ты говорил Ваня, просто плохо слышно тебя. Он перепутал. Даня, заходи на сову. Я захожу. Я не думаю. Воды. Да не важно, какая разница, в первый раз в обычке, что волной не хилят. Походу нет. Волной нигде не хилят, кроме наших рейдов. Да какая цепуха, блядь, с ДЦ? Какая цепуха? Фулл ХП у рейда. Куда ты ее кастуешь? Ты просто сам посмотри, блядь, твои все вот эти цепухи, нахуй, это все уебывают в оверхил, блядь, вообще, ну, в пизду, короче. В архив. Так, ну, может, он не знает термины, блядь. Избыточное исцеление по-русски, там, чтоб ты понял. Давайте фулбаф. Летает, ты зайдешь? Я хочу. Давай. Крест по ханту. Чек на пул. Два мага. Крест тут. Летаю. Летаю. Разгружу. Ну, понял. Ладно, я запускаю, сейчас развиснешь. Нормально все будет. Запустил. Рыба есть? А, вижу рыбу. Крест по магам. Да, все верно. Четвертый пал не хочет крест дать, я им прото кинул. Кто ДЦ в рейде, зачем тут твой прот? Где крест по шаману? Крест по шаману дай. Там в РК написали, дайте крест по шаману. Под рулем еще написали. А, под рулем, да. В РК почему-то написали. Я читаю, Анка, привык шаман Анка. Под рейдом крест, а локон крест. Раздай всем крест, пока ты все равно сейчас ничего не делаешь. Я раздал. Купа, сейчас волной буду хилить. Ни одной цепухи. РДЗ перебежали. Смотрим чума. Неля чума, сам себя.
А что здесь пылить? РД перебежали. Перебежали РДД, ловушка. Чума 2 секунды. Питкин. Блять, ебано в рот. Протопа ловушка, перебежали, пухнастик подымешь его. Все, блять, придется мне все самому делать. Милики, не уйдите только с чумой в ловушку. РДД, ловушка, перебежали. Проведи милика. Войт, не знаю как, но... Спел. Рот ебал, нах. РД перебежали. ДЦ зубы. Не реварин, поднимай Войда. Ну ебано в рот! Альдеран, поднимай бухнастика, встали в звездочку. РДД ловушка. Стайла. Сука, кто так диспелит покончено? Горный мало, махули. РДД ловушка. Мы подбежали от ловушки. Стука хаоса, блин. Он там только ты диспелил. Давайте фулл баф по рейду. Альдеран БР есть еще. Экзема, давай гимна ману. Подымешь пухнастика. Фулл баф по рейду дали. Ёбаный стыд. Три БР в никуда. Кулак по вару. Каску, кулак по вару. О, по ДК. И по вару. Паладины, проснитесь. Нарис? Вижу только кулак на варе. Шарики добейте. Поднимай его, встанешь после заражения. Вставай. Встали в звездочку, вставай. Сразу станешь ромбик, встали в звездочку. Каску. Все, есть, вижу. Играем в вальки. Блять, как вы стоите? Играйте все вальки с центра, всем вышли все с центра. Давайте ромб играем. Трусы. Трусы. Блять, трусы успеем. Все в трусы играем. Короче, становимся вот так, в звездочку. Лича ближе подведи. Они все тупые, улетают в разные стороны, потому что ты лича за центр завел. Сейчас со сквернений выносим портал, рейд смещается к трону. Смотрим вальки. Вышли. Вышли с центра, вышли с центра, вышли с центра. Играем кружок. Кружок. Кружок трусы. Кружок трусы. Кружок Селфиш Марон, трусы или мошка. Трусы. Теперь выводи лича на рейндж, будет осквернение. Выводи лича на рейндж. Потом будем бежать в центр и становиться звезду. Звездочки Иннер. Осквернение 2 секунды. Миллизона осквернения, встали в звездочку. Как на первых вальках, как на первых вальках становимся, как на первых вальках. Звезду встали. Играем в вальки через кружок. А кто в трусах? Ромб. Все в ромб играем. Осквернение 3 секунды. В ромб играем. 200 тысяч ромб.
200 тысяч в трусы, все в трусы. Так, альте, гимн на ману. Ставлю тотем. Опять звезду, становимся все. Блин, два инра дали плариуму. Ухуй. Стали звезду. Так же станем, как станили, становимся звездочки. Вальки хватают, разбегаемся. Лапку дали. Дайте лапу. Кружок, трусы. Через кружок играем, перед вальками не стоять. Трусы 300 тысяч. Трисят, блин, что ты не ведешь ли сейчас за вальками? У нас где-то проебанный урон в 5% походу уже. Еще волна. Заскеление, че вальки, что будет? Нет, становимся звезду, сейчас посмотрим, будет искоренение или нет. Если что, дашь саку. Все, разбежались, давай сакру, я в трусах, сакру давай, сакру, мастер ар, играйте в ромб, кружок, альтея, гимна, хп, я в ромбике, через ромб играем, гимна, хп, альтея. Не стойте в луже. Экзема, гимна, хп, играем кружок, давайте, в кружок, 200 тысяч. Осквернение одна секунда, на мне отбежали. На краю стоим, короче, 1%. Блядь, не на краю вальки, сука. Давайте лича быстрее, отлично. Так, спокойно. Ух, как нам везет сегодня. Так, Ромерка, давай гимн на ману. Лариум, ставь тотем на ману. БР еще у кого-то есть? Кто без бафа, плюсики поставьте, напишите в чат. Лариум, уйди отсюда, сейчас тебя дух убьет. Сейчас ты получишь Лариум ГП. Так, инеры звезде заливаем. Кордоба. 30 секунд. Кружок играем, все, кружок добили, играем в следующий кружок. А дайте гимноману кто-то еще. Так, экзема, гимноману или промерка, гимноману. Кружок добиваем. Кресты, шары. Кружок добиваем. Потом квадрат. Давайте, звезды побежали. Лариум, цепуха, хили здесь магов. Сейчас мы выйдем с комнаты. Личка станет осквернение, мы будем иметь все квадрат. Танки, постарайтесь лича и духов сейчас в одной точке подержать. Мелизона осквернили на танке. Все, не види никуда лича. Потом к трону поведешь. РДД, авары, добиваю квадрат. Все, уходим к трону. Уходим к трону. Спрятались за лича. Осквернение скоро. Все, все, не види туда. Он ну, цвейдится, вдруг, не веди, не веди, он цвейдится. Все, уходим. Духов лови, протопал.
вторую комнату. Я так подвел один раз к трону, он отхилился на фу. Ну так лучше не лезть, сейчас будет осквернение, если в мелизоне, то придется лича в другое место ставить. По стенке. Сейчас было бы лично, блядь. Все стараются, бля, жопу рвут. Потом мем 3 себе топтан. Бибопа сгорела, наверное, вообще. Да пока еще нет. Давайте к порталу идем. От ЛТ отбежали. ВР откатились. Да вы где? Портал. Вот Настик, поднимай Нелли. Господи, боже мой. Пожалуй, на ту сторону довести. Тебя тянет к трону. А бей здесь уже, какая разница. Бафы по этому, по ретрику дали. Насели рейды с Трисией. Тильки на канале. Знаешь, зачем? Там, где БДК тащится, борда лича прямо. Как осквернение вынесите. Так, осквернение сейчас будет. Экзема, осквернение. Оооо, опасно. Декстория умирает. Есть еще бэры? Понимаю, понимаю. Да. Сразу каску, лапу. Сулеймана. Дал ему иннер. Жихорн там сейчас. Горн дайте Magic Story. Кулак. Инту дайте лапу. И каску. Каску и лапу. Немножко каску дай ему пока. Ну кто там забыл. Сейчас мы захилим все это. Кто может всю комнату задом пройти? Я могу. Это признак. Давай, притяни духа. Трисси, выйди, притяни духа, посмотри, что будет. Зачем? Он должен обратно пойти вверх. Я уже так делал. Ага, прикольно. Видел, да? Да-да-да. Выход с комнаты. Все идем к трону, духи спустились. Не туда понес сквернение. Сейчас ты умрешь от духов. Дайте гимноману что-нибудь, пожалуйста. Давай гимноману, даю гимноману, ставлю тотем на маны. Все, убили лича. А нет, не убили, еще 5%. Блин. Давайте. Так, подходим к порталу. Фух. Давай, Пларим, подходи к лечу. Все, стоим, добиваем. Два ляма осталось. Глухи спрятались за духов. Давай. Лимошка умер. Чему? Как ты так умер? Волну не кастовали в него. Победа! Блядь, этот за диспелы, извините, у меня, блядь, после предыдущего боя, блядь, диван кинули, у меня аддон слетели, сука, я не видел, на ком чума вообще. Так, сколько с пула ребра? 19:30, да? Угу. 2 часа 25 минут, но учитываем 15 минут. Сколько мы там провисели с багом? 20 минут где-то? 15. Еще 10 минут на вальке вакнули. Сам, ну, давайте покажи, как этот абсорб и хил, пожалуйста. Так. Кому, кто тут без гильдии с чата? Хватит на видео, нам надо люди на рейд. Так дальше. Нелли плюсует, но... Ну, кстати, шарка еще и мало все равно бьет. От 13. От 13. То есть Кирилл зря старался, да, обнову пилить? Ну, короче, у нас где-то били там 10-15, а сейчас стали 13-21 бить. А должны где-то 20-30.
Надо исправить это недоразумение. Ну сейчас по логам смотрю, от 13 до 21 все грехи. Митрися, веди всегда лича за вальками, чтобы урон делился по валькам, по личам, и не веди так лича на третьей фазе. Я сводил в прошлый раз, так просто ты что-то забыл, заслакал, стоял, просто если его спамил в него. Сразу с одной точки в другую точку повести, потом будет осквернение. Если осквернение в мелизоне, надо опять лича вести в другую сторону. Вот так осквернение будет в центре комнаты. Ты между двух луж шел, боялся, что кто активирует, блядь. Не, так я вел, я думаю, бля, хоть бы кто-нибудь не наступил, потому что там пиздец. Ну-ну. Я один раз так повел, блядь, да кто-то наступил, нахуй. Я поэтому тихонько, ну, вел, тихо, не быстро там к вам побежал, а так, чтоб видели люди. Я даже удивился, что никто на ловушке там не улетел. Три ловушки, лич в центре стоит. Вот это повезло, конечно. Мы про это и говорим. Угу. А вчера такой же лут был, да? Или позавчера, когда я рейдил? Вчера был Теренас, по-моему. А, это я позавчера и рейдил, такой же лут был. Зов на мейн. На оф спек ролим зов. Перероль, Теплариум, Питкин. Не давать ему вообще ничего, блин. Питкин выиграл, молодец. Пускай ролит, если надо. Либарда на мейн. Хант надо? Что, а, ну, бля, Олег, там уже маношмот такой просто, блядь. Питкин в прошлый раз сотку кинул, не хайс. Куда ты ролишь, конь-то, если у тебя лол? Питкин, передай коня Нейлу. Завоеватель роли. Ой, лол, бля, сейчас бы продал. Сейчас бы коня продал, блядь. Ой, сука. Лимошка получал токен? Да. Да, Magic Story. Им за рейд, да? Так посмотрите, что говорится. На печенка за рейд, да, героическая? Так, ждите, пока я накину ГП, тут не забагался этот. Скажите, кому конь. Чё, где конь-то, ребят? Тихо. Смотрите. Слышь, это, короче, из-за этого, из-за дивана, чтоб ты понял. Вот это, блядь, это хуйня. Нео, передай коня Нео, Питкин. Защитник роли. Здесь у кого-то его? Так, все, шмотки розданы. Начисляю ЕП. Кто там хотел в гильдию, сейчас писанете. Че, 2500 или че там? 3500. Что ты, Плари, мне кидаешь трейд? Еще иду пипы, вообще нормально. Альте, а ты вообще чей твин? Я выиграл токен, я выше ППР.
Альтеа, ты ролила вещи на этого персонажа, поэтому не получаешь ЕП. Кто там еще? Какой-то паладин хотел гильдию, но уже ливнул с рейда, ладно. Напиши имя и спекс мне. В этот Вирава. Есть его, а кто может сделать два камня? Альтея, зайди. Альтея, это твой перс. Давай его приму в гильдию, получишь ЕП. Ну так она крестом этим зайдет, которым ролила. Васап ушел? Сказал, на 10 минут ушел, если будете что-то собирать, он подойдет. Короче, часов не есть. Ну, если будете собирать, зайду кем надо на лич... Ой, на это Халиона. Ну ты собери, мы порейлим, если шо. Приглашение в гильдию дай. Кто? Альтея? Ребята, да. Юэ Инчан, пожалуйста, отзовитесь. Подожди, не понимает. Ну теперь напомни, какие-то вещи забрала нам кольцо и все. Да, все, кольцо. Олег, ты тут? Я тебе могу дать просто абсолютные пыли и... Magic Story. Этот самый, да бля, у меня типа, мне просто неохота заходить в два окна. У меня на банке все лежит, типа, понял? Мне, бля, в два окна просто заходить, это пиздец. Забавился панелька с рейдом. Сейчас выйду, подожди. Сейчас я попробую собрать RS3.